В регионе начат прием заявок на получение выплат в виде сертификата для детей-сирот. Эта мера государственной поддержки является финансовой помощью для категории граждан, которые остались сиротами, и они нуждаются в улучшении условий жилья. Вследствие этого правительство Дагестана для этих целей выделило средства. В текущем году планируется выдать сертификаты почти 190 сиротам. Это 2 миллиона 334 585 рублей каждому из них. Уже за один день Министерство строительства региона приняло около 50 заявок на получение поддержки. Для более оперативного процесса специалисты синхронизируют процесс приема заявлений и проверки документов в специализированных службах. Стоит отметить, что денежный сертификат является дополнительным инструментом, дающим возможность данной категории граждан самостоятельно купить жилье посредством получения сертификата или получить квартиру по договору найма от администрации муниципалитета.